Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Обливион. Наши приключения в этом мире продолжаются. Ой, что у меня в плече торчит? Ой, что в пузе-то торчит, елки-палки. В последней серии мы выбрались из Брумы, потому что там нам были не особо рады. Направились к непонятному сооружению, которое находится вот тут вот по дороге, нашли пещеру, в которой просто очень много агрессивных гоблинов. Их тут настолько много, что они даже вырвались за мной, когда я убежал оттуда, чтобы заканчивать серию. В результате пришлось их убить. Сейчас вот я думаю, то ли мне тут отдохнуть маленько, прийти в себя. Ну тут на нас могут напасть. То ли внутри, но внутри тоже могут напасть. Я все же думаю, что внутри, потому что там на много километров уже зачищено, врагов нет. Так, это мы ждем. Интересно, тут от этого жизни прибавится, нет? Да, прибавились, отлично. Так, кстати говоря, у нас сейчас уже 11 ночи. Надеюсь, это на них никак не повлияет. Вот следы погони. Здесь у нас, конечно, незадача была с врагами. Пришлось повоевать. Но, что не делать, все к лучшему. В результате мы еще маленько прокачали наши навыки. Здесь от одного избавились. Нам нужен лук получше. И стрелами пора пользоваться получше. Ой, а ты тут откуда взялся? Подожди, вы тут откуда? Еще двое. Это плохо. И что самое печальное, то что место неудобно для стрельбы. То есть я сейчас начну стрелять, и второй успеет добежать. Ой, тут их трое. Или четверо. Так, ну что, пришло время рукопашной. Главное не упускать их из этого коридора. Я бью его наотмашь сильными ударами, но это не дает особого эффекта. А через блок он мне нехило так прошибает. Ударь. Так, пора бежать, но я уже не успею никуда убежать. Понятно. Что-то внизу совсем все плохо, да? Так, ну хорошо, допустим. Что же мне тогда делать? Куда ты улетела? Против троих, как вы видите, я не тяну пока. Давайте пока сходим в заброшенный туннель, и сюда мы пройти не можем. Если, конечно, их долго вытягивать нудно, то, возможно, что-то получится. Но сначала у нас есть еще куда пойти. Возможно, мы обойдемся без этого. Капец, просто стучат. Нужно прокачаться чуть-чуть маленько. Прокачка здесь, кстати, довольно странно как-то идет. А возможно, враги появились из-за того, что я поспал. То есть новые пришли за это время. Просто я думал, что я внизу там всех убил. Я с большим трудом тех завалил, которые были снизу. А теперь там еще больше. Да и тут тоже они не по одному ходят. Отлично. Ребятушки. Козлятушки. Почему мой меч вообще так слабо тащит? Наш серебряный длинный меч. Урон у него 3, по-моему, что ли. У этого 2 урона. Давайте стальными стрелами попробуем. Ой, насколько мне было приятно в Бруме, насколько мне неприятно здесь. Пройдет, нет стрела.
Вот, хорошо как. По одному-то они особой проблемы не представляют, потому что... Ну, я успеваю их застать врасплох, в этом моя сила. Но двое... Это уже проблема. Я ж не говорю про троих. Сразу три, это плохо. Один. А ты, по-моему, берсерк у нас, нет? Давай, дохни. О, ребята. Добить, добить его стрелой. Давай, давай, давай. Да дохни ты, елки-палки. С одним справлюсь, нет? Нет, так получше будет. Но мне нужно прокачать клинки, поэтому все-таки я вынужден буду пользоваться. Я к тебе скрутила жизнь-то. Ох, неприятно в руку попал, да? Между пальцев. А что ж ты хотел-то? Так, вам и надо. Просто решить этих стрелами приходится. Ну, берсерк. Есть берсерк. Ладно, более-менее нормально справились. Ой. Сядем поудобнее и приготовимся к очередной порции боли. Страшной поп-копа боли. Людишек жрали тут, да? Небось, и нас, эльфов тоже. Нельзя. Труда. Так, а как мне ее добывать? Ладно, не важно. Оказалось, что ловушка. Так, он, похоже, прям за углом. Или они. Спокойно все? Вроде как да. Это что это мы в какую-то каверну вышли? Так, сохраняемся. Почаще надо сохраняться. Нам тут стучат. Вроде спокойно. В этом месте, как я понимаю, могут быть ловушки. Пещеры чем-то похожи на пещеру из начала игры. А там ловушек было до и более. Так, ух ты. Раз, два. Так, ну здесь, по крайней мере, позиция для обстрела крайне неплохая. Там у костра кто-то... Жрец какой-то стоит, что ли? Ну, их трое, похоже. Отлично. Да, ребята. Против лука ничего не можете сделать, да? Хорошо. И что же это у нас тут такое, а? Надеюсь, я не пожалею, что я сюда зашел. Пока что у меня тут только боль от этого места. Хорошо, вошла стрела. Люблю красивые выстрелы. Так,
кто это у нас там? Это один тут такой? Это, похоже, жрец, колдун. Или что-то в этом роде. Ну, вы поняли. Отлично, хиленький попался. Вроде все спокойно. Ну вот именно в такие моменты, конечно, игру вообще уважаешь, потому что именно стелс с луком здесь сделан очень круто. Ну, в принципе, как в Скайриме. Атмосфера в такие моменты просто прям хлещет с экрана тугим ручьем. Это круто. Так, мы тут, похоже, сорвали джекпот. Гоблинский тотемный посох. 7760. Офигенно. Не зря сходили. Единственное, но что мы сможем продать где-то 1000 за 3, наверное. Потому что у нас торговля красноречия слабо прокачана. А, вот это вот выстрел. Вот это я понимаю. На Гремлина похож, кстати. Смотрели фильм «Гремлин»? Так. Железной перчатки нет. Так, хорошо, что тут у нас? Золото. Отлично. Люблю золото. Так, ну и что? Проход вниз. Давайте посмотрим. Так, прохода вниз нет. Судя по всему. Да, тут мы не проходим. Остается только там одно место, то есть где нам стучат, где сразу много этих тварей. А тут уже можно идти назад. Неплохо сходили. Что это за урон электричеством 20 на цель? Понятно. Может его попробовать использовать против этих гоблинов. Я, конечно, не люблю магические штучки, но жизнь штука такая. Хочешь жить, умей вертеться. Может и пригодится. Так, ну здесь можно смело бегать. Я думаю, никто на нас не выломится из угла. Потому что мы тут вроде как все почистили. Так, давайте возьмем, пока не испортилось. Съедим, а то мы особо не жрамши сегодня. Так, пивасика чуть-чуть. Кусок сыра и луком заедим. Хорошо. Когда котомка полная, это уже хорошо. Ладно. Так, ну что, продолжим с вами экзекуцию, так сказать. Я, правда, не знаю, что с вами делать. Мне, возможно, сейчас придется вас опять вытягивать. Или, может быть, враги, которые появились, тогда они вообще сверху откуда-нибудь прибежали. Не из пещеры, не из пещеры. А эти просто туда выломились. Не знаю, посмотрим. Да, твою мать, а. Ненавижу, когда они считают. Так, отлично. Никто не заметил борьбы. Там еще один, он что-то переполошился. Давайте-ка мы пока отойдем вот сюда вот за угол. Порадуемся новому уровню и сохранимся. Так, я сюда могу пролезть? Нет. Толстоват в районе попы. Так, ну минус один, это уже легче. Там он еще один убитый лежит. Давай, давай, давай. Успейте убить. Да их тут четверо, офигеть.
Хорошо, валим. Отступаем, чтобы они пока за нами не бежали. Давай, ну. Чё, гнида? Так, тебе не нравится, да? Только кучи можете наваливаться. Вот так, хорошо. Так, и третий, вернее, четвертый уже получается, я так понимаю. Не побежал за мной. Хорошо. Нашим лучше. Стальной лук, отлично. Так. Чуть-чуть получше, но все же. Смотрите, сколько в нем стрел, это же офигеть. Стальные стрелы. Стальной щит нужен нам? Нет, интересно. Ну, стоит, по крайней мере, неплохо. Так, а у нас... У нас какой щит? Грубый кожаный щит. Может, нам стальное вместо него поставить? Он 14 весит. А этот 3. Нет, я лучше этот оставлю, он полегче. Ух, морда твоя, поганец. Отлично. Где же ты? Ушел, гад. Давай, иди сюда. И повелей мне еще. Вождь. Что ж ты, вождь? Невнимательный такой. Я всех твоих перебил уже. Пока ты тупишь тут. До свидания, вождь. Может, у вождя какое-нибудь оружие? Хорошо, чтобы куда-то укатываешься, ну. Ох. Стальная булава. Ничего особенного, но отмычками я всегда рад. Ладно. Нравится, скотина? Хорошо. Мы тут кушать изволили, понимаете ли. Человеченкой-нибудь. Ненавижу. А, нет, вон олени, да? Оленина моя. Да, человека жрали. Человека жрать нельзя. Так. Ах. Да что ж такое? Вот иногда пойдет и все, не можешь просто. Так, одну восполнили отмычку, уже неплохо. В принципе, не зря сходили, да? Из одного только посоха уже можно сказать, что все у нас хорошо. Что за свет? Или это типа туман? Так, все, тут у нас тупик. Можно успокоиться. Никто к нам не прибежит. И маленько осмотреться. Ну, что вы тут награбили? Ничего особенного. И все? Ну, хорошо. По крайней мере, подземелье очищено. И мы неплохо поживились тут. Ну и кроме того, подняли уровень. Кстати говоря, сейчас можно было переночевать, но я пока не буду, потому что, во-первых, лежаков нормальных нет, а во-вторых, я бы в этом месте предпочел не задерживаться. Что-то оно мне не сильно нравится. Фух, хорошо. Двигаем дальше. На улице уже утро, что ли, наступило? 6 утра, да. У нас зорница. Так, нам нужно двигаться дальше вот сюда. В принципе, не так, чтобы далеко, но я думаю, по дороге мы еще что-то найдем. Вон, допустим, у нас указатель. Кто? Кто заметил? Стреляет.
Где ты? Покажись. Сзади стреляет он оттуда. А вот ты. Уходи. Я на высоте. Скотина, ты посмотри, какое. Тварь, ты посмотри, что со мной сделал. Так, а там у нас спереди что-то. Что-то есть. Трипера, это их тут группировка какая-то, что ли, я не знаю. Давай мои стрелы и свои тоже давай. Можно, кстати, переключиться обратно на эти стрелы. Потому что тут таких врагов, я не думаю, что еще много предвидится. Как он вообще меня заметил? Где он был, я даже не понял. Я не вижу, что там спереди. Блин, а мы так недалеко еще прошли. Обалдеть. Мне интересно, это похоже статуя какая-то, типа Мары там или что еще? Или Талоса. Ну да. Кто-то рядом есть. Раз, два, три. Что-то у меня большие подозрения на ваш счет. Вы не некроманты? Сразу предупреждаю, я ненавижу некромантов. Так, ну отсюда их поснимать, если что, перещелкать будет легко. Давайте сохранимся и попробуем мирно приблизиться к ним. Ребята, я пришел с миром. Богиня их вроде миролюбивой выглядит, да? Святилище Намиры. Что? Бланш Мастен, Дигил, это Дигил. Так, старший вас кто? Альфроди Гонча. Кто ты? Зачем приходить в святое для нас место? Надеюсь, ты понимаешь, что не обладаешь достоинствами, позволяющими тебе посещать святилище Намиры. Да я мимо проходил. Что за место? Место благословенной тьмы. Священное место, где мы можем молиться в нашей нищете. Зачем ты здесь? Просто прохожу мимо. Ну так проходи. Намире нет до тебя никакого дела. Да мне до нее тоже, по сути. С другой стороны, а нельзя ли мне вступить в вашу шарашку? Ух ты, как ты недоброжелательно смотришь. Не говори со мной. Говори с той, что в робе. Да тебя увидишь ночью, это сразу Кондрати хватит. Ты что? Поговори с Хьёлфроди. Я ничем не могу помочь тебе. Хорошо. Так, ну давай попробуем с тобой метод пряника. Кто ты? Я хочу поклониться Намире. Ты? Такой милашке нечего здесь делать. Ты нравишься людям. Им нравится, как ты говоришь. Когда станешь отвратительнее, можешь вернуться. Отвратительнее? И тебе всего наилучшего. Капец, какая ты страшная, это же ужас. Ой, какой это... Ладно, неважно. Отвратительные, говорите, да? Так, ну обратно я подняться туда не смогу, если только вот так. А пещера это, судя по всему, ваша, да? В принципе, знаете, давайте... А что у нас там по времени? Давайте на этом прекратим эту серию. В следующий продолжим свой путь к этой непонятной точке на карте.
Насколько я понимаю, возможно, это наша собственность, недвижимость. Хотя, возможно, и нет. Как бы там ни было, вполне возможно, что мы в следующей серии туда доберемся, но если мир будет и дальше таким же насыщенным, и на каждом углу что-то будет происходить, то не факт. Игрушка все-таки очень и очень большая. Тем не менее, от этой игры я просто получаю дичайшее удовольствие, мне очень нравится. Надеюсь, вы также. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.